Mercedes GLS 167 кузов полностью разобрали для того, чтобы начать тотальную шумоизоляцию. На потолке ничего не осталось. Спереди сняли торпеду и консоль, кондиционер, печку и все, что только можно. Двери. Короче говоря, остался голый остов. Для того, чтобы смело производить работы, не стесняться что-то повредить снаружи автомобиля, чтобы целым осталось лакокрасочное покрытие, со всех сторон защищаем автомобиль вот таким специальным материалом. Третий день по работе с шумовиброизоляцией. Все получается. Кое-где уже появилось, кое-где вот-вот и будет. Вот так вот шустро работаем. Еще там, насколько я помню, еще был. О, тут обалдеть! Пять человек на одной машине. Надо до утра успеть. Итак, продолжаем работу с GLS-167 кузов. Практически все уже готово для того, чтобы штатные элементы пластика, сиденья, декор устанавливать. Шумовиброизоляция практически закончена уже. Начался процесс обратной сборки после нанесения шумовиброизоляционных материалов в этот GLS-167 кузов. Как вы видите, там уже все готово, осталось только восстановить штатные элементы обратно. Совсем немного осталось работать с этим шикарным ГЛС. Все собрали, все установили, потерли ошибки. И теперь осталось совсем немного, и автомобиль уже сегодня встанет на автоосу и уедет в далекие края.